снова Едоблог, здравствуйте. Мы в Адыгее, мы будем готовить не адыгейское блюдо, да? Мы будем готовить рульку, ребят. Здравствуйте. Вот какие-то здоровые рульки. Вон тунда. Вот эту вот здоровую, от передней лопатки. Вот эту. А что, одну будем? Ну, давай две. Тоже от передней, надо от передней. Давайте. Они на противень две влезут? Почему они влезут? Уварятся. Сало у нас есть. Сало? Не, я на диете. А вот почему вот курей бежает тут? Разрез быка есть, свинки есть, а курочки нету. А почему у свиньи мозги на ушах? Я не знаю, почему написано так. Ну где она пошла? Ну видишь, ухо, а там мозг написано. Хотя бы день там. Надо было со стоячими ушами. Как алкаши было, полторашки покупали, знаешь? Ну, я, вообще... наверное, понимаю, в школе из полторашек. В школе? Мой алкоголизм вырос, подрос. Ты же полторашек не пьешь? Нет. Нам не по пути. Да, может, на разлив попробуем? Кстати, да, давай на разлив, точно. Темное на разлив, да. И перед просмотром этого ролика, ребята, я бы хотел вам порекомендовать канал парня по имени Рубен. Он ведет свой фудблог. У меня едоблог, у него фудблог. Готовит там разнообразные кухни. Живет он во Флориде, в Америке. Скоро на канале будут влоги со штатах о бизнесе. Я думаю, всем же интересно, как там живут за бугром то, что. Ребят, переходим. Ссылочка будет в описании, в закрепленном комментарии. Переходим к моему каналу, смотрим, подписываемся, ставим лайки. И под последним видео пишите в комментарии, что вы от меня. Мне будет очень приятно. Всем спасибо. И дальше продолжаем смотреть, что же там получилось у нас с рулькой. И это едоблог пельмень. Мы сегодня готовим рульки. В комментариях писали, просили. Ее даже не осмолили путем. Как так вот вообще? Вот ужас. Мы себе такого не позволяем в Сайберии. Сейчас помоем. Паш, крябаем. Не будем овощи нарезать. Ну вообще мало надо будет. Морковка, чеснок, лук, соль, лаврушка и перцы. Что это за посторонние шумы? Да? Это... помощник повара. Помощник повара Владимир. Едоблог в путешествии готовим. Где только есть возможность, сразу готовим. Увидели кухню, готовим. Увидели кухню, готовим. А, что залил? Давай. Зато я очень красивый. Сейчас не лампа делать, не знаю, чем. Сколько? Маленько. Чуть-чуть. Где подрежем, где проткнем, чтобы лучше проварилось. Того. Думаю, пойдет. И так сойдет. Делов-то. Так. Вроде, о, влезли. Сейчас заливаем водички. Главное, чтобы мясо было настоящее. Газ поставили на все. Овощи порежем. Лук, чтобы не плакать. Чик. Чик. Сразу туда его. Бабах. Чеснок. Чего ждать? Все, закинем сейчас морковки. Что? Опа. Пойдет. Не будем ничего ждать, пока закипит. Лаврушку сразу. Туда. Перец. Туда. Немного соли. Думаю, хватит. Ну, потом попробуем. Закрываем. Доводим до кипения и на маленький огонь, чтобы она в холодец не приварилась. Ну, закипело. Поменьше здесь процесс. Снимаем вот эти все штуки. Готовим часа три до готовности. Мы еще будем ее мариновать в темном пиве. И запекать. Мы можем сваливать, хозяева пусть смотрят пока. Мы можем вам доверять? Не знаю, в принципе. Мать, троих детей, думаю, можно чуть-чуть, дать чуть-чуть. Королька варится, буду пробовать соленые арбузы. Я летом ем арбузы, солью посыпаю, а чтобы соленые, никогда не ел. Что тут состав? Вода питьевая, соль, сахар, горчица, уксус, арбуз и сорбат. Сорбат, это химка, чтобы ничего не портилось. Кис-криски. Да. Все. Все, конец. Ну то. Как очень невкусные огурцы соленые. Чем может он стух просто? Не знаю. Да я. Ань, попробуем, только должен быть по вкусу.
мнение эксперта. Нет, он не стух. Он такой должен быть? Да, но он очень пересоленый. Ну, но он именно соленый, не квашеный. Он не бочковой, он просто засолен маринад. Не, ужасно. Мне не понравилось. Сказали, типа, офигенная закуска под водочку. Что без водочки? Вот почему тебе не понравилось. Нет. Этого рубрика не хуй-то. Рульки наши сварились. Главное, чтобы не переварить, чтобы не получился холодец. Сейчас мы их достанем. Нормалек. Думаю, как бульон замечательно еще получится. Возможно, может, я зря их протыкал, нарезал. Ну, не знаю, что получилось, то получилось. Руки назад. Так. И сейчас мы их пивом зальем. Темным пивом. Это же якобы это баварский рецепт. Горячие рульки, холодное пиво, да? Реакция пошла. Не очень сильно потничает. Маловато, да, получается, пивка? Пару часиков пивасики полежал. Напитаются, а потом еще будем их смазывать всякими штучками. Всякие гадости с одной отвалились. Типа жиров застыл, да, скорее всего. Это рецепт импровизации. Ждем кучу 2 часа. Все. Рульки мы вынули из пива. Такие стали темные. Ну, сколько времени ты мариновал? В пиве часика 3. Сейчас берем мед. Краснодарский. Сейчас понюхаем, чем он пахнет. Он медом не пахнет. Сейчас надо попробовать, да? Ну, это шлась. Сладкая. Потом горчица. Дижонская. Или дижонская, как правильно. Вот так, хоп. Бабах. Горчица побольше надо, наверное. Его соус на глаз. Сейчас надо это все все действия перемешать. Ну вроде что-то перемешивается, да? Получилась непонятная жижа. Берем все с некрасивой стороны рульки. Все обильно заливаем. Теперь красивую сторону. Второй замесик. Ну и чуть-чуть оставим, уже потом попробовать. Остатки слоевого. Еще 2 ложки вымыть, может, 2 будем мешать, да? Не получается. А что ты ложку не облизал? Такое, чтобы я попробовал, там что-то получилось. Мы тогда можем ролик не доснять. Смотри, сколько натекло лишнего. Видишь? Соус. А на капусту пойдет? Да, он пойдет на капусту. Почему? Он пойдет на рульку. Мы накидаем капусты. Ну, магазинская, той же самой фирмы, где и огурцы, надеюсь, капуста нормально. Мы же в разъездах, поэтому у нас все покупное. Готовишь, где ночь застанет. Да. А что, приходится ночлег за еду. Ну, оператор за еду работал, я получается, как бы, не знаю, люди, как бы, занесли. А сколько одна рулька весит сырого мяса в итоге? Знаешь? 2 рульки, 2 по килу с копейками не получились рульки. Блядь! Излишки опять наверх, что впитывались. Ну, будет очень вкусно, я думаю. Сам бы ел, да, занесли их платить надо. Ждем сейчас энное количество времени. На это сколько? Ну, часок. Потом это все дело на капусту и в духовку. Готовим до готовности. Час на 180. Подписаться на твой канал надо?
Обязательно подписка, лайки, там лайкосики, там где-то писать в комментарии, как вы готовите рыбку. Нормально вы приготовили или нет, но вы знаете, мы готовим то, что получится, а не то, что хотим или хочем. Пишите в комментариях, что еще приготовить, хотя там по списку там лагман очень много пишут. Вот надо казан, кастрюлю. Ну, что-нибудь придумаем. Перчика добавить надо, чтобы остринка была. Ничего я тут видел. Случайно в приправах. Там они хозяева рылись, у них копченая паприка есть. Я ни разу с ней не готовил, но очень хочется. Сейчас мы спиздим. Копченая паприка, пожалуйста. Перец? Перец, да? Да. Который молотый? Да. А соль? Ну, мне кажется, что... А как нам сделать лучше? Мы сюда сейчас насыпем. Я потом... Это в чек, да? Потом мы вот так вот все это дело помешаем. Цвет мой смиральда, скажи. И типа вот так вот польем. Ну, можно, в принципе, и сверху посыпать чью-то хрень. Это когда ты ленивый повар, да? Да. Очень ленивый. В общем, что получится, то получится. Сейчас еще перцу посыпем. Будет нормально. Чуть-чуть берем масло какое-то южное. Все, хватит. Повар от бога. Выкладываем капусточку. Это сразу такое блюдо немецкой кухни. Ролик на капусте. И с добавлением русской кухни картофана. Хотя не видит. Берем паприку копченую. Добрался, бесплатно называется. Маленечко оливкового масла. Для заправки салата. Для картошки тоже пойдет. Тоже пока хозяева не видят. Надо перец. О, перец вот тут у них. Чтобы было совсем правильно, где-то у них должен быть майонез. Местный какой-то, агрокомплекс какой-то. Нахвальный тут, короче, вообще. Теперь лайфхак. Руки не мазать. У повара от бога. Вот, ты видишь, получился. Крышку сильно не прижимай. Все. Хача. Теперь. Это сюда. Это вот сюда мы шурки мазать не будем. У повара от бога. Ой, ну лайфхак не очень зашел. Ну ладно, пойдет. Теперь берем так рулечку. Задняя рулечка. Как ты понимаешь, что это задняя? Пятка. Где пятка? Вот пятка. И кость другая. И форма другая. Это передняя рулечка. Ну передняя, я за переднюю больше мяса на них. Вот так вот. Добро, чтобы не пропадать. Ну, вот так вот. Все заливаем. И картошечку, мясо и капусточку. Нормально получилось. Вот, красивенько. Теперь надо разобраться в духовку. Дали у Кирилла был ролик, где я там это, индукционной плиткой пытался разобраться, там пользоваться. Индукционная? Ну, тут там типа там кнопки какие-то включать. Сейчас тут такая же штука. Хм. О, это вот включить-выключить. Так, это ветер. Что такое? А это время, да? Время нам надо часов. А это что у нас? Каких 9 часов? Вы что, с ума сдубали? Так, сейчас, все так. Блять, все сломал. Это замок какой-то. Что это? О! А ты шарила? Шарила, я ждала, пока ты начнешь психовать. Так подожди, так нам мне научить надо. Видишь? Вот я вижу. Это только вверх убегает. Это вверх и вентилятор. А нам надо вентилятор и все. С конвек? Вот так нам надо, да. И, по-моему, от этого температура убирается. Во, видишь? Шаришь. Dream Team у нас получилось. Легкое движение руки. Хача. Тепло пошло. Но рукой проверять не обязательно. Все. И готовим до готовности. В течение там, не знаю, там часик. Там будет так красиво. А если у нас не получится? Говорят, какой-то есть этот пивной. Там ролики офигенные, мы закажем у них.
Это шутка была. В процессе готовки мы это температурку добавили, что там все готово, надо сейчас как-то вырубить. Это как вот тут где-то. Открываем, сейчас сразу пых, пар повалит. Блин, горячо. Вроде не сожгли. А, какие красивые. Все готово. Кабеточка готова, я думаю. Клавушки нема. Медиум ранее получилось. Оно все прям это щепится, ловливается. Хоть и невкусно, все равно все вкусно. Скажу, я же готовил. На соль как? Сладенько. Очень прикольно, мне нравится. Тут горчички и медик. Надо сделать так капеточку. Потом мясо. Прямо это вообще. Великолепно. Еще одну штуку поднесли сейчас. Хренчику, да? Вкусненько. Не остренько. Видишь? О, садочек. Смотришь, да? О! И вот так вот наискосок выводишь. Вкусненько. Посмотрели, как готовить? Можете готовить, можете не готовить. Но кто попробует, по этому рецепту там, ну, ролик когда выйдет, ну, через 2 дня я захожу в комментарии, вы пишите, что вы попробовали по этому рецепту. Это импровизация плюс. Окей, Google. Все пошло не по плану. Должно было быть замочка там на 18 часов. Но мы все сделали по-быстрому, но получилось вкусно. Это может стать бюджетным блюдом? Бюджетным? Есть у тебя своя картошка, своя капуста и еще свои свиньи. Вообще бюджетное блюдо. Рулька сколько в рублей килограмм стоит? По 180, по-моему, брали. Mm-hmm. Не по 1,5 килограмма, это рульки кипятиной. 3 на 180 сколько будет? 540. Ну, если все свое остальное, ну, рублей 600 тут. Он тут покушает на четверых. Прям вообще плотно. На четверых, как я. А, ну, она выглядит как будто карамелизирована. В общем, всем спасибо, всем пока. Ролики не пролистывайте, смотрите все. И желательно можете рекламные ставочки просмотреть все. Ну, не до самого конца, но так, чтобы это способствует развитию канала. Вы же ругаетесь, когда я рекламирую казино? Но я не рекламирую, я просто говорю, что такая штука существует. Так поэтому надо всю рекламу. Смотрите, монетизация будет выше. Веселый оператор будет снимать, будем его привозить за счет Ютуба. И пишите, что вам еще приготовить. А я накошеваю. В общем, всем пока. С вами был Васька. Смотрите Еда-блог. Другого такого едоблога не будет нигде. Все.